Простое и сытное блюдо, которое можно подать как самостоятельно, так и в качестве гарнира. Берите рецепт на заметку. Этот рецепт будет актуален во время Великого Поста для вегетарианцев или для тех, кто просто хочет разнообразить свой рацион. Овощи можно использовать любые сезонные, каждый раз получая новый и интересный вкус. Макароны 200 грамм. Лук – 1 штука. Морковь – 1 штука. Помидор – 1 штука. Перец сладкий – 0,5 штуки. Чеснок – 1-2 зубчиков. Растительное масло – 3 столовые ложки. Соль – по вкусу. Количество порций – 6-8. Подготовьте все ингредиенты. В сковороде нагрейте масло. Выложите нарезанный кубиками лук и тертую морковь. Обжарьте овощи до мягкости. Добавьте нарезанный соломкой перец, нарезанные дольками помидоры и измельченный ножом чеснок. Обжарьте все вместе в течение 2-3 минут. Добавьте соль по вкусу. Макароны отварите в подсоленной воде до готовности и откиньте на дуршлаг. Затем добавьте макароны к овощам и прогрейте все вместе в течение 5 минут. Постные макароны с овощами готовы. Приятного аппетита!